То есть это прямой показатель того, что усилитель на своем пределе начинает портить звук колонок. Ну, давайте, собственно говоря, не болтать, а слушать. Позволяет. Где-то здесь громкость подупала, то есть, скажем так. Вот выход с телефона все-таки слабоват. Так, надо песенку погромче поставить. Там же песенки тоже немножко погромче, потише. Давай-ка что-то погромче. Эта песенка не очень активная. А вот, знаю. Ветер, конечно, мешает. Она меня манит, она меня ранит. Я уже на грани, мама, с ума схождения. Я в ее кармане, в золотом капкане. Я в любви попутал русские предложения. Хотя нет, громкость приблизительно такая же, как была на Yamaha на 3/4. К сожалению, усилитель не дает завернуть больше из-за слабой источника сигнала. А вот теперь пробивает. Вот. Когда ветра нету, смотрите, мы уходим далеко. Слушайте. Мы уже находимся на расстоянии метров где-то 50-60. Видите, как порывы ветра сразу бух гасит звук. Ты просто месси среди женщин. Лишь у тебя все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершенно преднамеренное убийство. Целовающий меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть еще вот это выгода сосудистая дистония. Первый раз такой случилось. Сам себя не контролю. Мое сердце застучилось. Я походу I love you.
все еще громко. Здесь уже потише. Ветер падает, тут же громко становится. Вот здесь дискотека. Против колонки при такой громкости, блин, стоять, уши начинают гудеть. Жжет не по-детски. Но еще какую-нибудь песенку давайте. Что это? Да, пускай давайте. Экстремальной громкости, блин. Так, ладно, еще последнюю песенку, что-нибудь. Давай. So you disappeared in the atmosphere. I'm crying in myself to sleep, 'cause I never ever ever felt so deep. Trying to win.
this fight for you. Well, I know, I know, I know I'm gonna lose. 1, 2, 3, it was all a dream, so you disappear. Ветер поднялся. Давайте попробуем последнюю какую-нибудь песенку и будем на том завязывать. А, вот давайте. Нет, 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 нет. Давайте что-нибудь из более старенького.